Девочки, рада вас приветствовать. И сразу хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время и выделили его на себя любимую. И пришли сегодня сюда, на наш сеанс, на котором мы будем раскрывать нашу сердечную чакру, анахату, которая находится в самом центре нашей груди. Это чакра безусловной любви, милосердия, сострадания и благодарности. Она позволяет познать нам божественную силу, божественную любовь. Она раскрывает нашу интуицию и дарит нам гармонию и абсолютное спокойствие и эмоциональное равновесие. Эта чакра формирует наше представление об окружающем мире и формирует наше логическое мышление и образное мышление. Когда наше сердце раскрыто, когда наша анахата раскрыта, у нас нет проблем с желаниями, с мечтаниями. Мы с радостью чего-то хотим и знаем, что это обязательно исполнится, что Вселенная обязательно услышит нас и поможет, поддержит нас. И сегодня мы собрались с вами здесь для того, чтобы раскрыть свое сердце, исцелить себя, достать все ненужное, эти блоки, обиды, страхи, злость, которая там скопилась и скапливалась на протяжении многих долгих лет. Все это с вами будем доставать сегодня, освобождать свое сердце для новых мыслей, для новых чувств, положительных эмоций, ощущений. Будем наполнять себя любовью, жизненной энергией, вдохновляться и вдохновлять других. Итак, начнем. Сядьте, пожалуйста, поудобнее. Можете прилечь. Закройте глаза. Начинайте дышать. И с каждым вдохом и выдохом ощущаете, как все ваше тело расслабляется. Оно освобождается от ненужных мыслей, от ненужных чувств, эмоций. Вы дышите ровно, спокойно. Ваше тело расслабляется и освобождает вас от всего ненужного. Расслабляетесь и освобождаетесь. Погрузите свое внимание внутрь себя. Представьте, как потоки белого яркого света начинают наполнять ваше пространство. Все пространство вокруг вас. И ощутите, как этот свет начинает проникать во все ваше тело. Он наполняет ваш кокон, ваши тонкие тела. Вы чувствуете, как наполняетесь и насыщаетесь этим светом. Энергия собирается в ваших стопах, голенях, коленях, бедрах. Энергия напитывает ваш крестец, копчик, позвоночник, всю вашу спину, ваши руки,
живот, вашу грудь, шею. Этот свет наполняет все ваше лицо, вашу макушку головы, ваше правое и левое полушарие. Вы чувствуете, как этот свет начинает проникать все глубже и глубже в ваше тело. И эта энергия этого света напитывает ваши ткани, ваши мышцы, вашу нервную систему. Ощутите этот поток света во всем вашем теле, как он наполняет вас энергией, бодростью, теплом. А теперь переведите внимание в область вашей груди и ощутите, как внутри вашего сердечного центра начинает проявляться энергетический шар зеленого света. Делайте вдох и на выдохе представьте, как этот шар становится еще ярче, насыщенней. Этот шар питает вас, наполняет вашу грудную клетку. Потоки зеленого света становятся ярче с каждым вдохом и выдохом. Наполняют всю вашу грудную клетку и протекают в ваше тело. Этот зеленый свет освещает все ваше тело. Ощутите этот свет, эту энергию в вашем теле и погрузите свое внимание в этот шар. Ощутите себя внутри этого шара. Почувствуйте, как он обволакивает вас, защищает вас. И с каждым вдохом и выдохом он начинает расширяться. Он становится все больше, мощнее и ярче. Этот шар пульсирует, посылает вибрации и волны во все ваше пространство, в котором вы находитесь сейчас. Эти волны наполняют ваше пространство, вашу реальность ярким зеленым потоком света. Свет и тепло вашей груди, вашей душе наполняет все ваше тело. Ощутите это. Почувствуйте, как ваше тело, ваше сердце начинает наполняться любовью и благодарностью. Ваше сердце начинает наполняться интуицией и тонким чувствованием. Эта энергия накапливается в вашем сердце, накапливается и протекает по всему вашему телу.
это яркое зеленое освещение исходит из вашего сердца и наполняет вашу кожу, ваши клетки. Оно наполняет ваши мысли, обновляет все ваши органы. Ваше тело исцеляется и наполняется светлой энергией любви и благодарности. Все ваше тело работает синхронно и слаженно. Вы приходите в баланс и чувствуете полную, абсолютную гармонию внутри вашего сердца. Ваше тело начинает накапливаться жизненной энергией, жизненной силой. Эта сила протекает по всему вашему телу. Она проходит ваши мысли, они становятся легкими и свободными. Эта сила наполняет ваши руки, и вы чувствуете, как через каналы рук эта мощная энергия начинает освобождаться, и ваши руки, ладошки наполняются силой света. Почувствуйте этот жар и тепло в центре ваших ладошек. Почувствуйте пульсацию в центре ваших ладошек и положите ваши ладошки в центр вашей груди. И продолжайте исцелять вашу грудь, ваше сердце. Наполнять его жаром и теплом, которое исходит из ваших ладошек. Вы наполняете себя энергией, жизненной силой, бодростью, энергии света и тепла становятся больше и больше, как внутри вашего тела, так и снаружи. Мысленно про себя скажите: я полностью здорова и исцелена. В моем теле, в моем сердце пробуждается любовь к себе, любовь к моим близким, к людям, которые окружают меня. Мое сердце начинает наполняться любовью к пространству, к месту, в котором я нахожусь, к этому городу, в котором я живу, государству, к планете Земля. Я чувствую любовь в своем сердце ко всему окружающему миру, ко всем живым существам. Я доверяю своему сердцу. Я следую за зовом своего сердца. Моя интуиция прекрасно работает. Я наполнена радостью. Я наполнена счастьем. Я наполнена любовью.
Я полностью доверяю этому пространству, этому миру. Я доверяю Вселенной и знаю, что она ведет меня, поддерживает меня и помогает мне. Я точно знаю, что все происходящее со мной и вокруг меня происходит наилучшим образом для меня. Жизнь выстраивается вокруг меня и внутри меня самым быстрым и безопасным способом из всех возможных. Мое сердце наполнено любовью и благодарностью к себе и ко всему происходящему со мной. Почувствуйте, как ваше тело начинает наполняться этой радостью, этой гармонией внутри вас. Ваше тело приходит в баланс, наполняется любовью, этим прекрасным чувством, вдохновением, легким и свободным чувством внутри вас. Ваша голова, шея наполняется бодростью, энергией. Ваши плечи, руки наполняются бодростью, энергией. Ваша спина, поясница, позвоночник, грудь, живот наполняются бодростью, энергией. Ваш копчик, бедра, голени, колени, стопы наполняются бодростью, энергией. Все ваше тело наполнено бодростью, энергией. Полностью наполнено гармонией, любовью, благодарностью. Вы чувствуете свободу, абсолютное доверие ко всему происходящему внутри вас и вокруг вас. Теперь слегка пошевелите кончиками пальцев ног и кончиками пальцев рук. Ощутите границы вашего тела. Сделайте глубокий вдох и на выдохе медленно открывайте глаза. Я благодарю вас за то, что вы нашли время для себя любимого, любимой, и провели это время с пользой, исцелили себя, и присоединились сегодня к нашему кругу силы. Я желаю вам прекрасного дня. Будьте, пожалуйста, здоровы и счастливы.